Вы знаете, я бы связал вопрос о судьбе и деятельности Василия Якименко с первым вопросом относительно судьбы и деятельности Владислава Юрьевича Суркова. Я не исключаю, что эти два явления теснейшим образом связаны, поскольку я знаю, что лично Василий Якименко лично чрезвычайно предан и лично благодарен Владиславу Юрьевичу, как человеку, который создал его как явление, как политическую фигуру, как лидера молодежного движения нашей и структурированного молодежного движения в России. Поэтому рассматривать политическое будущее и личную активность Василия Якименко я бы стал в привязке к политической карьере и личным интересам Владислава Юрьевича Суркова. Я с высокой степенью вероятности готов предположить, что самостоятельных, основанных на личной инициативе и личных предпочтениях самого Василия Якименко действий быть не может. Он человек системы, встроенный в систему, лояльный людям, которые в эту систему привели. Поэтому я думаю, что это будет реализация некого проекта, который предложен и срежиссирован где-то вне личного сознания Василия Якименко.